Мужчин поздравили, а теперь все внимание приковано к прекрасной половине набережных Челнов. Холдинг СТВ Медиа, как всегда, щедр на подарки. Сегодня наш коллектив поздравляет победителей викторины «Мужское дело», выходившей на канале РЕН-ТВ «Набережные Челны». А радиостанция «Юмор-ФМ» запускает новый конкурс уже в честь Международного женского дня. Получить подарок девушки могут, даже не вставая с дивана. Но обо всем по порядку. РЕН-ТВ «Набережные Челны», как один из самых мужских телеканалов, обойти стороной День защитника Отечества не смог и провел викторину «Мужское дело». Вопросы транслировались на канале с 15 по 25 февраля. 35 человек у нас таких активных было. Не всегда отвечали правильно на некоторые вопросы. Некоторые игроки спорили со мной. Даже по каким-то вопросам мы пытались доказать свою правоту. Мы с ними общались, находили общие точки соприкосновения. Трое наиболее активных и давших большее число правильных ответов и стали победителями. Среди них есть и житель Заинска. Еще один счастливчик – Гумар Фаттахов. Благодаря своей смекалке и эрудиции он сможет бесплатно отужинать в ресторане «Максимилианс». Мужчина признался, что участвует во всех интересных конкурсах и розыгрышах, а к интернету за ответами обращается редко. Мои любимые, конечно, вопросы чисто по спорту, желательно, и военно-патриотические темы. Вот. Очень доволен. Остался. Спасибо за то, что вы организовали вот такой викторину, и даже можно сказать, пусть она будет почаще. Это ведь своего рода соревнование, пусть подключается молодежь. С 26 февраля подарки могут получить и радиослушатели. Юмор-ФМ и Синема-Парк раздают билеты на специальный сеанс зажигательного фильма про радио «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Надо лишь настроиться на 103.2 FM, поймать в одном из рекламных блоков рубрику «Юмор идет в кино» и отправить кодовое слово на смс-номер 4647. Оказавшийся в числе первых получит по 2 билета на предпремьерный показ. Привет, набережные Челны! Поздравляю вас с тем, что уже 6 марта вы сможете посмотреть нашу нон-стоп-комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Не теряйте жизненного тонуса и позитива. Для радиослушателей подготовлена дюжина билетов. Еще один пригласительный на 2 лица разыграют в группе ВКонтакте холдинга СТВ Медиа. Заинтересовались? Тогда заходите в соцсети и включайте Юмор-ФМ. Кроме того, все Оксаны Соколовы могут посетить спецпоказ 6 марта абсолютно бесплатно. Следующий. Ландыш Капранова, Ляр Мустафин, Челны 24.